Всем здравствуйте. Смотрите, воробята наверху, родители внизу кормят своих малышей. Я всегда вот так сыплю им, чтобы они тоже ели. Это мое летающее хозяйство. Видите, вот воробья, вот они. Вот набирает, набирает клюв, а потом подлетает сюда и начинает кормить. Сейчас дождемся этого момента. Это вот малыши. Это вот маленькие. Но если сами еще далеко не улетят, я вам покажу. Это загон у меня гусей. Гусей выгнала на прогулку. Зерно насыпала. И думаю, пусть воробьи пока едят. Вот маленький у них ребеночек. Вот сидит.